Добрая женщина, спасшая котенка от гибели, даже не подозревала, что он является представителем редкой породы и стоит целое состояние. Удивительной историей поделились пользователи сайта subscribe.ru. Женщина по имени Анна работала малером-штукатуром. Каждый день ей приходилось ехать через весь город в новый район, который активно застраивался высокими многоэтажками. Однажды вечером, шагая с объекта на остановку, Анна услышала около одного из строящихся зданий слабый писк. Подойдя поближе, женщина увидела крошечного рыжего котенка, который лежал на холодном бетоне. Как котенок попал сюда, было совершенно непонятно, но ясно одно – еще немного, и кроха просто погибнет от холода. У Анны сжалось сердце. Она завернула малыша в платок и повезла к себе домой. Всю дорогу женщину терзал один вопрос – выживет ли малыш? Он был очень слаб. Котенок, видимо, родился под счастливой звездой. Он сумел выжить. Выхаживала его вся семья. Кормили из пипетки и шприца, согревали шерстяной варежкой, постоянно проверяли его самочувствие. Через пару недель стало ясно, что жизни питомца ничего не угрожает. А еще через пару недель убогого найденыша было уже не узнать. Он превратился в игривого, озорного, упитанного, очень красивого котенка. Хозяйка решила показать питомца ветеринару и была совершенно ошеломлена, когда специалист заявил, что у Анны не обычный дворовой кот, а дорогой, чистопородный мейн-кун. Со временем он будет стоить несколько тысяч рублей. Женщина была в шоке. Она и представить не могла, что подобрав слепого котенка, станет обладательницей породистого животного. Слова ветеринара сбылись. Прошло несколько месяцев, и питомец превратился в роскошного красавца с гладкой, густой шерстью и характерными кисточками на ушах. Анне несколько раз предлагали продать кота, но она не соглашалась. Женщина слишком привязалась к котику, которого когда-то жестокие люди выбросили погибать на пустой стройке. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.